Братья и сестры, приветствую вас, мир вам. В начале нашего богослужения перед молитвой я хотел предложить несколько мест из Священного Писания. Первое записано Псалом 94, первых два стиха. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему». И 112. «Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно отныне и вовек, от восхода солнца до запада, да будет прославляемое имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с кизнями народа его, неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях». Аллилуйя! Братья и сестры, действительно, вот так начинаешь думать глубоко, действительно, это великая возможность и счастье для нас здесь вместе собраться, чтобы забыть эту прошлую трудовую тяжелую неделю, отойти от этой суеты, от этих забот и немножко сердцами своими к небу ввысь немножко подняться, увидеть того, кого глазами не увидеть нашими физическими и ушами нашими не услышать, но только нашим сердцем. Текст для размышления хотел предложить, который записан в Евангелии от Матфея в 7 главе, с 12 стиха, 3 стиха. «Итак, как во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Братья и сестры, этот стих, наверное, и дети, наверное, уже знают наизусть. Я сам его с детства слышал про широкие врата, про широкий путь, про узкий путь и про узкие врата. Ну вот как-то вот недавно я прочитал еще раз это место, и немного по-иному я себе его, для себя его услышал и представил. Братья и сестры, смотрите, широкий путь и широкие врата, в принципе, несложно заметить, ведь так же. А узкий путь и узкие врата тяжело заметить, надо приложить немножко больше стараний. И потому люди, идущие широким путем и входя в широкие эти ворота, и таких людей больше. И поэтому об этом пути, наверное, больше и слышно. А о том, что нужно искать и нужно найти, и тем более, если усилия к этому приложить, это происходит сложнее. Братья и сестры, но здесь одна фраза, которая захватила мой дух и внимание. Смотрите, как написано про узкие врата и узкий путь. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь», и вот эти слова, «и немногие находят их». В моем сознании сразу как-то все перевернулось. Ведь смотрите, получается так, что многие люди хотят найти этот путь христианский. Таких людей немало. Написано так, что они просто не могут найти его. То есть иногда бывает, порой так кажется, что путь христианский, он, наверное, ну какой-то вот непопулярный. Вот немного людей о нем рассказывают или говорят, о как-то больше вот об удовольствиях, о том, что в жизни можно иметь. А вот путь христианский, казалось бы, да, что-то такое вот, ну, ненужное людям. То, что люди им пренебрегают. Ну, исходя из этого места, видно, что это довольно-таки и не так. Ведь написано, что и немногие находят их. То есть сразу я так себе представил, что, братья и сестры, узкий путь и тесные врата, они как сокровище, которое нужно отыскать, которое нужно найти, к этому нужно идти. Это сложно, это тяжело, но ведь люди, которые ищут, они на это не смотрят. Они не думают о том, что они испытывают на протяжении того, как они вот ищут, может, какие-то лишения испытывают, потому что они думают о том, что они ищут и что они могут найти. Наверное, все в детстве читали вот книжки про кладоискатели, про золото, да, вот про серебро. Это все интересно, завлекательно, вот всякие приключения. Люди плыли на кораблях и тонули эти корабли. Они собирали деньги, снова покупали корабль и опять, потому что у них была карта в руках, вот как бы, чтобы это сокровище все-таки найти. И в конце, ну, конечно же, в каждом жанре сокровище это находится, и это все венчает, это все замечательно и хорошо. Вот я совсем недавно жил в Крыму, и как-то помню, мне один друг говорит: «Пошли, сходим с тобой
в один город заброшенный. Очень, вы знаете, там очень много цивилизаций жило. И есть такой город, пещер, Искикермен, вот называется. В древности люди старались строить города свои на горах, так, чтобы это был малодоступный город, чтобы было проще его защищать. Вот. И вот так вот они старались его располагать. И я помню, мы поднимаемся уже, наверное, минут 15. А первый раз я как-то думаю, где? Должны быть хотя бы признаки какие-то. Нет, ничего. Просто тропа какая-то самая простая. Деревья самые простые растут. Вот мы идем, и я ему говорю, когда же будет это уже? Когда будет этот город уже? Когда эти пещеры уже наступят? Он говорит, потерпи, еще надо немножечко. Мне несколько раз приходила мысль уже, наверное, вообще уже и назад идти. А погода была такая сейчас слякоть, скользкие эти камни были. Вот мы поднимались, и все. Но когда мы уже дошли до стен, братья и сестры, я абсолютно все забыл. Я когда увидел эти стены, эти камни, вроде бы они разрушенные, вроде от былого величия, может быть, ничего и не осталось, но мы стояли и молча смотрели. Это было так восхитительно. И вот тут начались и здания, вот вроде и старые, вроде и непрактичные нашего времени, но так это все захватывает. Мы нашли этот город, в принципе, мы не сказали, мы просто к нему шли, но это действительно все забывается, все то прошлое. Братья и сестры, путь христианский – это великая ценность. И узкие эти врата, они не просто тяжелые, не просто так, а потому что они дарят великое счастье. Очень важно, я так думаю, для нас в нашей христианской жизни это глубоко сознавать. Каждый человек, будь то верующий человек или неверующий, в каждом есть душа, которую Бог вдохнул, она есть частичка этого священного, божественного. Она ищет и толкает каждого человека к тому, чтобы отыскать что-нибудь светлое, что-нибудь хорошее, отыскать то, к чему, кому эта душа принадлежит. В каждом человеке это есть. И поэтому, братья и сестры, люди ищут. Печально, когда люди ищут и как-то по своим, может быть, представлениям ищут, и потом оказывается, что искали, да не совсем то, что хотелось бы, а время потратили. И очень важно в нашей жизни действительно понимать, по Слову Божьему, куда, как Писание говорит, что такое путь христианский, как его отыскать и как его и найти. Но это, братья и сестры, не хотел бы я об этом сейчас говорить, как его искать, как найти. Хотел просто отметить несколько моментов простых и сами вместе и помолиться. Братья и сестры, считаю, что первое-наперво, самое важное, для того, чтобы видеть христианский путь, чтобы не блуждать в своих сомнениях или не блуждать, знаете, как бывает, трудно определиться, один проповедник говорит одно, или в других религиях говорят другое, а что же мне выбрать? А вот так, чтобы просто решать, думаю, наверное, надо иметь все-таки чистое сердце. Иметь чистое сердце перед Богом, перед самим собой. Не просто, чтобы о тебе говорили, что ты христианин или верующий, откровенный праведник, а чтобы ты, смотря сам, в зеркало мог свободно сказать, смотря в себе же в глаза, ты мог сказать, у меня с Богом все в порядке. Братья и сестры, наверное, все-таки это самый сильный стимул, и, наверное, самое сильное, когда человек чистый, он может действительно все-таки правильные решения принимать. Я очень часто слышал от людей, уже которые взрослые люди, поколения, они так говорят, что не нужно принимать решений, пока в твоей жизни что-то не так, потому что ты обязательно примешь неправильный вывод и сделаешь неправильное решение и понесешь убытки. Действительно, чтобы в жизни своей с чем-то определиться, что-то выбрать для себя, нужно, наверное, все-таки правильно перед Богом и очиститься. Вы помните, как израильский народ, Бог сказал так, очиститесь, ибо завтра среди вас Господь будет творить чудеса. Действительно, чудесная жизнь христианская и успешная, она может быть только посредством чистого сердца. Я, наверное, все-таки сейчас сказал такие банальные, возможно, фразы. А как это практически кто-то скажет? Как-то я помню, попал к дяде своему в гости на продолжительное время. И когда вечером они собрались молиться, я заметил очень удивительную и для себя, я так сделал на всю жизнь, наверное, вывод, такую деталь. Они, когда собрались, они не спешили молиться или Библию читать. Собрались все дети, семья была у них многодетная. И отец задал все детям вопрос. «Дети, кто сегодня сделал, что неправильно или согрешил? Давайте сейчас будем вспоминать, друг у друга будем просить прощения, потом почитаем Библию и помолимся». Вы знаете, первый стал, я вспомнил, обидел того, попросил прощения, они поцеловали друг друга, все, вопрос закрыт. Так, следующий стал, и все так по очереди. Вы знаете, я так позволил, так просто. Казалось бы, чистое сердце, может быть, оно вот здесь, каждый день, может быть, стоя на коленях, по протяжении всего этого дня ты делаешь какой-то вывод, и просто вспомнить, может быть, кому-то позвонить, или кому-то сказать, или просто вывод какой-то нужный для себя, необходимый сделать, чтобы не брать это бремя в следующий свой день. Писание очень много дает советов по поводу этого. Братья и сестры,
Следующее, что хотел вот для себя отметить, наверное, все-таки, когда идешь по этому христианскому пути, и слава Богу, если люди идут правильно, в нужном направлении, наверное, все-таки хорошо, когда есть рядом с тобой друг или даже друзья. Наверное, тяжело одному ввысь подняться. Обязательно нужна помощь и поддержка. Написано так, что друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Это очень важно и хорошо. Хорошо, когда человек, когда он глубоко начинает сомневаться или испытывает большие какие сомнения, подойдет к нему друг и развеет все эти сомнения. Уйдет от него эта печаль, и они вместе помолятся, действительно счастье. Братья и сестры, наверное, все, кто сюда приехал, наверное, вспоминают своих друзей. Вот я тоже вспоминаю друзья, которые у меня были там в России и в Украине, хорошие были друзья. Но спешите найти друзей здесь себе, потому что, в принципе, друг – это очень важно. Поэтому, если у кого нет друзей, ищите их срочно. Друзья необходимы, это очень важно. Братья и сестры, пусть нас Бог благословит. И еще последний момент – это такое практически, возможно, для жизни просто. Очень важно иметь сердце, которое миролюбивое. Я так по своей жизни вот сужу, и я заметил, что если бы в моем сердце вовремя был просто такой мирный настрой, или вот, может быть, просто мысли о мире, то, наверное, многих я проблем бы, наверное, в жизни своей, наверное, просто бы избежал. Очень важно иметь внутри себя просто сердце, расположенное к миру, чтобы именно мир этот сеять, чтобы мир созидать, чтобы сеять радость в людях или какое-то расположение, или когда у тебя это не получает, просто, может быть, промолчать и уйти, лишь бы зла никому не сделать или зла никому не сказать. Такой случай, вот напоследок расскажу, как-то читал в книге христианского зоолога Альфреда Брэма, он такой случай описал. Говорит, как-то, ну, был я в лесу, но зоологи все в лесу, они смотрят, как там в природе все возникает, происходит. И он говорит, смотрю, идет полчище канадских муравьев. А муравьи эти здоровые, до 2 сантиметров, красные, огромные. А на перерез их им идут зонтичные. Ну, вот они потому и зонтичные, потому что таких типа зонтиков у них на спинах расположены. И они маленькие. И вот он стоит и смотрит, что же будет происходить. Вот они сейчас скоро же должны встретиться. И вот он смотрит. И раз они, правда, встретились, ну, там какая-то вот ложбинка маленькая оказалась, и веточка. И вот одни по веточке пошли зонтичные муравьи, а канадские пошли под веточки. Вот не стали они ссориться, не стали вот они смешиваться. А его это не устроило. Вот как-то вот не по его это пошло, он взял эту веточку, муравьетик стряхнул с нее, выбросил эту веточку, ну, наступил у них переполох у этих муравьев, мост исчез, куда-то пропал, неизвестно. Они нашли другую веточку, чуть поменьше, тоже перекинули так ее, она оказалась узкая. А эти канадские муравьи как-то вот схватили эту ветку и сделали из себя мост, и вот пошли опять, одни по мосту, другие под мостом. А его и это не устроило. Он взял опять эту маленькую веточку, стряхнул этих муравьев, выбросил ее вон, и вот началось у них большое же такое движение, переполох среди муравьев, что это такое? Опять моста этого нет. И вот, вы знаете, действительно, вот стали как-то вот они смежиться, и он уже смотрит, вот, наконец-то я дождался, вот они сейчас будут, наверное, как-то ссориться там, или что там у них, бой какой-то произойдет. Вы знаете, ничего подобного и не произошло. Выделились среди этих канадских муравьев здоровенные муравьи, еще больше, чем всех обыкновенные. Наверное, их называют солдатами. И вот они стали в шеренгу. И вот другие, такие же самые здоровые, залезли на них, и так 8 рядов, он вот насчитал, и такая стена пока получилась колышущаяся такая вот. И другая тоже образовалась тут же, и одни пошли вот опять среди этих стен, а другие пошли вокруг. Вот не смог он их поссорить. Братья и сестры, ну вот если вот насекомые, такие муравьи не могут поссориться, то чем, тем паче мы должны иметь в себе это сердце миролюбивые, люди, которые имеют и носят в себе образ Бога Небесного. Аминь, братья и сестры, помолимся.